Так, херово, волны большие. А тут на дне кораблик. Так вы не закрепились-то. Закрепились-то мы, да. Не болтаемся, не тонемся. Волны же херачат. Я вижу примерно 1.5 секунды, а дальше волна. Да. Ты смотри просто на север, может, будет там техника какая-то или нет. Пытаюсь, дома вижу, гору вижу. Ну, чуть назад, конечно. Примерное направление по компасу. Ну, где-то на 170-160. Похоже, но я пытаюсь найти. Стоял над ним. Сейчас плываешь? Под водой до берега плывем. Окей, а зачем ты просил меня ТВСБ? Слушай, а у меня это, 3 гранаты ручные есть, еще ты говоришь, что нет. У меня не было. У тебя и дальномера нет. У меня есть. Делали из командира чмо какое-то взрослое, блядь. Наши уже на берегу? Нет, еще подплываем. Вообще надо посмотреть в этом а-ля заливе, посмотреть, как глубина будет сейчас. Вот даже всплывать не надо будет. Причем я сомневаюсь. Пробуем. Слева мост какой-то, да?
По кому стреляет? Мертв. Бит. Бля, так это не свои были? Откуда? Нет, конечно, блядь. Еще один возможен. Убил его. Бинтоваться надо. Я думал, вы покраше стреляете. Пацаны, вы где? Аккуратно, нашел под рацией обычно. Вот здесь вот второй труп с правой стороны. Все, вперед, кусты куда-нибудь. А можно переодеться? Нет. Ну что-то переоденешь. Ну хотя бы жилет взять. Мы живы еще, мы вас убили уже. Мы живы. Жилет взять? Можно? Возьми. Не стоит. Можно жилет взять, да? Вместо релипризера. Жилет можно. Головные уборы и форму нельзя. Я не взял. Нет, просто тебя могут свои потом перепутать, блять, из-за светлого жилета и уебать. Ну он черный такой же, как и наш реплизер. Вы где, в машине? Да. Сидите пока в кустах, потому что до нас могут облавы сейчас устроить. Мы двух выебали тут уже на берегу. Да, я слышал выстрел. Глядите вон, потому что тут отдельно противник может передвигаться прям у нас по нашим головам. Сейчас, если тихо, дальше пойдем. Я доложу еще ПДВ. ГРК Гостович, где? Тут же, на этом же месте. Лежу. Вас нет. Я чуть дальше к мосту пошел потихоньку. Дальше по реке? Кто, блядь, как аутист побежал? Это я был. Там штаб вон метку ставил, там стопер отличный. Нам его нечем взорвать. У нас гранаты есть, в принципе. Подрывной пакет у меня. А, ну вот. Все двигаем по ручью пока. Все по этим, все по меткам. А его взорвали, походу, стопер. Что-то горит. Герка, извини, я в тебя пострелял немножко. Ничего страшного. А я думаю, что у меня царапина одни, блядь. Ну, и слава богу, что царапина. Что за шмотки? А, это труп, ебать. Давай, друг за дружкой. На шопоте. А вы КВшку и не понимали шопоте. Ничего. Я на шопоте. Гриш. Не. А зря. Да и двое лежат. Нормально. Мы дошли до моста. Я тоже подхожу.
Все, до моста дошли, дальше потихоньку. Дальше в сторону стампера или дальше по реке? А, ну да, вы же не видите. До следующего моста, до второго, и потом 90 градусов налево. Серьезно. На нашу метку маршрут. Ну, стампер горит, как я вижу. Угу. По метке. А, еще ДВ молчит, а сдвиги. А, есть, он сдвиг написан. Сейчас я у второго моста сдвиги сделаю. Ну я тогда свою ДВХ настраивать не буду, твою послушаю. Все, продолжаем на маршрут. Шли вперед. А мы по левой тогда смотрим. Потому что мы первые туда идем. Пришел счет. Станаги все зарядили? Тебе тоже вертушка в воздухе повисла? Одного ФПС 20, блин. Струк на дороге. Оба смотрите. Там сзади нашего смаслили пехотинца. За нами по полю бежал через дорогу. Слева его смаслили, вот с левой части дороги, откуда-то из кустов. Что тяжелое. Хуй знает. Вроде пулемет стрелял из винтовка. Наблюдаю, вроде пехотинца на 140 метров 200, ориентир такое белое строение. Противник, зеленый. Зеленый противник, да. Да. Его работает. Вот 200 метров, жду поддержки. Вот Азимут, 140. Броди. Там мешает тебе дерево. Да, да, вижу, это противник. Могу работать, давайте огонь. Открывайте. Он без сознания. Сознанки союзник, по-моему, лежит. Не, зеленый. Нет, зеленый. Добейте его, добили, нет? Нет. Выше бери. Выше. Еще выше. С этой хуйни. Еще. Еще. О, еще раз попади. Давайте я, короче, у меня это. Да, стреляй. Вон там под заправкой лежит, это кто? Противник или союзник? Убит. Азимут 160 под заправкой. Свой. А нихуя ж не видно. Все тогда. Можно у него, может, снарягу взять, хотя ладно. Да. Пошли дальше. Гриф, ты живой вообще? Да. Все, дальше. Мы уж к городу подошли? Ты ходишь?
вижу наших на 140, по-моему. Гриша? Да. Мы в первом доме назвали. На 80 там отряд целый идет наших, я так понимаю. Вон они, смотри. Так, там вот справа от нас получается, уже наши спускаются. На 280 дым какой-то стоит. Ох, блядь. По нам. Со стройки. Не понял. Блядь, походу свои обстреливают. Так, я очнулся. По нам наши стреляли или нет? Нет. Походу Гриша, я поставил мне это. Нет, не Гришу, с этим, с рюкзаком. Гриш с рюкзаком был у нас. Черным. А, с черным, не знаю. Майл 7, может быть? Я жив. Понял. Грихан, ты жив? Грихан, наверное, тоже без этого. Он на первый этаж убежал. И все. Меня без сознанку ввели, я сейчас очнулся. А стреляли как будто по нам наши? Нет, просто рядом. Так, подствольник заработал. Это я. Понял. Осторожно, я на втором этаже здания первого. Не сидите в здании, ходите, обходите, воюйте. Так, Майл Сэн, привет. Я на метке буду в стройку заходить. Медицина сейчас. Медицина, говорю, надо срочно, что тут с торсом у меня. Кровотечение, понятно. Ёпт. Как бы пана наши не отработали, блядь, сейчас. Я вообще не понимаю, откуда стреляю. Сзади! Серьезно, по звуку даже сзади. Давай за мной. Постройку может еще слева пролетать, что справа ее обходить только. Обходите стройку справа и заходите в город. Да, съебались там все. Проверь труп. Блять, мой FPS это просто пизда. 25 с фрапсом. Да. А, сенсей. Где же ГРК у нас погиб, не пойму. Не могу найти тело. Пойду гляну, я видел тело где. Ну, кстати, это могли свои, потому что они накрывали издалека. Мы пробежали. Чего, уверен. О, проснулся кто-то.